Добрый день. Меня зовут Лялина Ирина Владимировна. Я преподаватель курсов по кадровому менеджменту и управлению персоналом. Сегодня я хотела бы представить вам наш новый курс, который будет называться «Практический курс по применению технологии DISC в рекрутинге». Почему мы остановились именно на этой теме? Ну, первое, потому что технология DISC, типология личностных различий, весьма востребована сегодня вообще всеми HR-ами, как технология самая удобная и простая в работе рекрутера. Что вы можете приобрести? Первое, конечно же, мы знакомим вас с применением технологии, проведение интервью, чтение поведенческих реакций в проективных интервью. Типология DISC дает каждому из вас, включая руководителей, руководителей проектных групп и, конечно же, HR-специалисту, простой, удобный инструмент в работе, потому что типология DISC на рынке с 67 года, и мы хотели бы, чтобы вы ей владели полностью. Поэтому с удовольствием буду ждать вас и с радостью увижу всех своих бывших слушателей на новом курсе. HR-ы, мы вас ждем. Будьте актуальны и современны.